Техника для расчистки русел и рек прибыла в Уссурийск. Приморские спасатели приступят к работам на реках Комаровка, Раковка и Кореянка. В город Уссурийск для продолжения работ в соответствии с дорожной картой губернатора Приморского края по расчистке русел рек убывает очередная партия тяжелой техники. Сегодня идет первая колонна, уходят два экскаватора, один бульдозер, 6 самосвалов. Завтра пойдет вторая колонна, фронтальный погрузчик, экскаватор. Глава ведомства отметил, что для защиты территории от наводнений также будет произведена отсыпка грунта. Работы в Уссурийске продлятся до конца весны. Это позволит избежать подобных негативных явлений, которые у нас произошли в 2023 году, в 2022 году, в частности в городе Уссурийске, который у нас, как вы знаете, наиболее пострадавшим является городским округом в Приморском крае. Вот. Данные работы позволят в дальнейшем на несколько лет избежать таких вот негативных последствий. Напомним, по поручению главы Приморья закуплено почти 40 единиц спецтехники. Также важным шагом в профилактике потопов является одобрение инициативы Олега Кожемяка, позволяющей проводить местным властям превентивные мероприятия по расчистке русел рек и использованию грунта для укрепления дамб и дорог. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.